Так, сейчас звук проверим. Что тут у нас? Светило. Кукуруза. Итак, всем привет, ребят. С вами я, Император Прайм. И сегодня на своих экранах вы наблюдаете... Да. Tekken 7. Это охренеть. Еще я играл в нее очень давно. Еще в школу я ходил, и была у меня PlayStation 1. Вот. И впервые за всю историю вышел Tekken на ПК. Круто, ребят, круто. Поэтому не мог не показать эту игру, поэтому немного тут разделились и по бойцам сейчас посмотрим. И так вообще, особенно вот именно здесь, в этот момент, в этой заставке, это вообще прикольно, короче. Tekken совместили с уличными бойцами. Если кому интересна серия боев, я считаю, что, наверное, в истории игровой индустрии есть только две мощных, скажем так, две игры по боям. Это Mortal Kombat, естественно, и Tekken с PlayStation. Ну, есть еще Inside 2, сейчас там выходит, но это новое, но в основном то, что прям можно сказать, это что Mortal Kombat, что Tekken, это можно сказать как франшиза. Вот такая реальная франшиза по боям. Опа-на, мочило рубил. Но я вам скажу, тут довольно неплохо, так красиво сделано. Очень. Но также рассматривал недавно я, ребят, и играл на PlayStation 4. Рассматривал некоторые игрушки там, да, играл. Все равно скажу, что каким-то образом волшебным, да, но на ПК все-таки получше чуть графец будет. Вот. Еще советую посмотреть всем, конечно же, помимо игры, ну, сам... в виде мультфильма Tekken. Ребят, очень прикольно, мне нравится. Я тут, когда даже занимался восточными единоборствами, здесь есть один из бойцов, которым я даже приемы учил. Ну, было интересно. Куда она? Опа, Джин, давай. Масава Накамура, Накамура. Да. И понеслась, конечно. Ну что же. Добро пожаловать на канал Императора Прайма и Tekken 7. Ну что, начнем? Ну, я думаю, мы не будем начинать на этом. Как-то не эпично, да? А начнем... эпично на вот этом, потому что это больше подходит к нашему сегодняшнему стриму. Поехали. Ой. Так, ребят, сейчас вот. Если будет что-то громко, там сообщайте. Ремингтон, привет, здоровья вам. Да, сегодня у нас немного Tekken'а. Tekken. Да, ну, поехали. Посмотрим, что тут и как. Так, в плане, в принципе, ребят, графики. Так, сейчас надо тут посмотреть на устройство контроллера. Потому что я тут помню, какие тут настройки чудные. Так. По графике. Что тут, в принципе, по графике? Я не знаю, видите, все на ультра. Все на ультра, нахреначено просто... как бы не знаю. В этом плане все тут зашибись. Так, сейчас проверим. Может, сбились настройки. Поэтому по джойстику паду так.
Так, локальная игра, аркадный бой, бой за сокровища есть, поединок, тренировка, все как было. Поэтому сегодня я даже не знаю. Попробуем аркадный бой. Аркадный бой. Давай, загружайся. Welcome to the King of Iron Fist Tournament 7. Угу. Да, настройки сбились, короче. Придется вернуться. Надо джойстик настроить. Так. Так, главное меню. Настройки. Так, настройки контроллера. Я не помню, где я настраивал. Правда, подключать. Ну, сейчас разрубим. Другие устройства. А вот эта настройка. До 4 контроллеров можно одновременно подключить. Прям вообще охренеть. Я подправляю. Так. Нам надо, короче, как-то тут я менял. Так. Сейчас разрулим. Так. Привязка кнопочек. А, я вспомнил, идти, понимаете, точно. Сейчас, короче, тут есть такая хрень. Зеленый, короче, индикатор горит. Я думаю, видно вам. Надо переключить, если не ошибаюсь, там выход. О, это нормально. Все, аркадный бой, отлично. Да, елки-палки. Итак, что у нас, в принципе, есть? Ну, кто помнит, короче, вот такая панда. Я вспоминаю сразу из арматы Альянс Панда. Прям вот, вы здесь, короче, ребята. Да. Скажем, есть... Что мне здесь не понравилось, сразу скажу, это мне не понравилось, как бы, блин, в плане одежды. Какая-то дебильная одежда вообще. Кто в костюмах, кто на свадьбу, короче, кто в туфлях, бред. Что есть? Есть на выбор вот такой вот. Изменить панду можно, видите? Вот. Ой, fucking shit, я походу, короче, выбрал панду, да? Вообще чешуей. Давайте чисто ради прикола, короче, я хочу попробовать, что эта панда умеет. Оба-на, панда, fucking shit. На! Да ладно, ты чё? О, что там, хребет сломал, типа нормально. На! На! Ну что-то со мной персонажи такое ощущение, как будто размытость, вам не кажется, да? Дебильная панда, боже капец, вообще даже не хочу не играть. Не, я помню, дракон классный такой был. Че дракона нет, вот это. Конечно, неинтересно, что по дракону. В общем, есть вот такой, короче, чувак. Серьезный. Вот видите, сколько стилей одежды. Это у нас Ли. Есть такой Боб. Боб Джонни Боб. Какой-то жирный. Боги чел. Есть Нина. Да, Нина.
старая Нина. Кто помнит, она, у нее синий цвет одежды такой был. А, дальше есть. Есть вот Акума. Акума, Акуна Матата. Это уже из другой игры. Ребята, это уже не с Текена, его сюда переместили. Поэтому тут некоторая часть перемещена. Казуя, серьезный пацан. Вот, дальше есть какой-то Шейн, вообще какой-то ассасин, мне кажется. Вот, есть, ну тут вообще молчу, вы сами читайте. Асука. Поэтому Асука. Здесь вот такой вид. По одежде Асука. А, ну, в принципе, Брюс Ли. Проще парень, наверное, назвать ее Брюс Ли там. Оля! Типа того. Кора. Один из моих любимых бойцов. Классно довольно ногами машет. В общем, Йошимитсу. Старый Йошимитсу, который переделали с него, сделали что-то вообще хрен пойми, короче. Вообще не такой был, какой-то мой чужой против хищника такой. Брайан. Тот, который еще, кто помнит Текен, в заставке у танка вырвал башню. Стив. Тоже этого не помню, это какие-то из новых. Паул. Тоже такой, типа боксер. Каохачи! Каохачи, да. Обалденная чувиха, вообще обалденная. Вот этот стиль мне нравится, и как она дерется. Тоже то Джин. Ну, Джина, в принципе, знаете все. Также у нас есть Дэйл Джин. Вот. Катарина. Не знаю, тоже. Гигас. В общем, показывать на самом деле, в принципе, есть. Кем воевать, как говорится. Но начнем мы, наверное. Я думаю, можно выбрать вот этого чувака. Брюс Али, Брюс Ли. Ребятки. Дум, привет. Айфорс, привет, привет. Серега, привет. Да потихоньку, потихоньку, ребят, потихонечку житуха. О. Вчера то стримил же по арматке, смотрел там. Ну, есть там прикольные моменты из. В плане оптимизации карты, то есть карты красивые. Геймплей надо менять, короче. В принципе, армата еще может быть на уровне. Опа. Ну что, поехали, типа. Taking fucking shit. Ну что, ребят, я буду Брюс Ли, короче. Ну не против. На. Иди сюда. На. А вот это ты нихера себя. Вот так. Ух ты, иди, твою мать. Ты что, не хрена. На. А вот так вот. А вот так вот, а? Раунд 2. Файт. А вот так лежать. На. Вот это было некрасиво, конечно. Ни хрена себе. Ура! А вот так вот, а? А вот так. А, не, серьезно. А вот так. Ты сука, на. А вот это серьезно. А ножку сломало, да, короче? Ну чё, 2-0, ты лох. Лежать, лежать. О, кстати, дождь идёт. Эффекты какие-то есть. Ох ты сука. На. Урва. Давай, сука, иди сюда. На. Апперкот. Все. Урва. Ну все, я понял. Тут вообще get ready, get the next battle, fucking shit for the battle for Arrakis, короче, битва за Arrakis, битва за Arrakis, сука, знаете, игра Дюна the battle for Arrakis, битва за Arrakis, стратегия, только там на планете Дюна, но тут у нас битва за Arrakis, нихера ты, а сука, ты сука вообще на? Так, пацаны, надо еще приемов. Тут же приемов, да еби не матери. Да не, не, детка, ты че, ты вообще нахрен, на. Все, тихо. Это подыши немножечко.
Опа. Оп, оп. Не получилось, да, детка? Опа, опа. А чикана. Чикана. Опа, чё? Оп, оп. 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 А. Оп, оп. А вот так, а вот так. Назад, вперед, 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 назад. Боже, меня вспоминают всякие это Mortal Kombat. Вперед, назад, вниз, вперед, вверх, назад. Блин, fucking shit. Оба-на. Кстати, надо качество подстроить. Ах, тебя сейчас. О, паузу, сейчас, ребят, секундочку, one second. Я знаю, уже нет. Опа! Да, поехали. Да. Опа, ни хрена, ни хрена, слушай, я так тоже раньше прыгал. На! Офигеть, ёпта. Саня, ты играл в малый картофан? А, на телефоне или что? Нет. На телефоне? Если про этот. Так, сейчас, ну, короче, посмотреть по графике, что-то я тут не помню. Картофан. Я вообще говорю, я с детства рубаю. Ни хрена, ну чак! Серьезно, Коля! А вы знаете, кто это? Я вам скажу, это Энди. Мне после так уже давно я здесь и готов. Комбо, блин, вперед, сейчас. Ты чё ты? Список приемов, ребят. Ёп, смотрите, какой список, это охереть можно. Может хватит, а? Может харе? А? У меня уже скоро джойстик поломается. Вы представляете, сколько комбо? Это на одного бойца, это сколько надо инфы? Вы представляете, сколько надо запомнить? Думзай, ты говоришь комбо? Да какое тут нахрен комбо? Тут охереть можно. Я тут вообще в охере, короче. Это жестяк. Твою мать, это вообще просто хана, честно. Реально жестяк. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, на! Ого! Что-то получилось? Все, оба видали как бы. Ну, вот так, в принципе, нормально. Сейчас, сейчас, сейчас. Ого, нихера, вертуханово. Вот так. Опа, сейчас, 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 посмотрите. Раз, два. Раз, два. Ух ты, а там раз. Нихера. Ну чё, Эдди, 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 тихо, 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 дружище. Я сейчас завалю. Шакал, по почкам, а. Ну все, она. Меняй носки. О. Ты чё ты, нихрена себе, какой. Сейчас разрубим. Твою мать, не играла, ни хера. Так, надо было сейчас болеть. Прыжок. Сразу момента. Ни хера, пацан, сильно. Мат боялся. Оба, оба, захват. Все, 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 сдай, сдай. Блин, надо тебя вообще. На. А, типа выучил, да? А вот так. На. На. Ох, как красивая медаль. Тройной Микацуки просто вообще. Тихо, 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 тихо. Сука, не там с блоком. Как ты блокировал? О. Тихо, тихо. На.
боксер, такой боксер вниз. Ёб твою мать! Охерел, блин. Continue. 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Game over. Черт, что я не нажал? Я все кнопки вроде нажал. Так, сейчас кое-что проверим, ребят. Ну, еще тут не хватает контроллер. Масштаб прорисовки. Что там с масштабом прорисовки там будет? Непонятно. На соточку надо. Поставлю ультра постобработку. Так. Че ты паришься? Ультра. О, ну все. Выход назад. Еще на всякий случай проверим. Да, что там по отрисовке было непонятно. Настройка интерфейса максимум. Размытие движения нахрен. Все нахрен. Ну, сейчас, ребят, понемногу, короче, будем рассматривать некоторых бойцов. Не будем прям все проходить там. А вот бойцов, конечно, надо посмотреть, я считаю. Так, я возьму, короче, ребят своего бойца. Бля, ну ты Брюс Ли. Так, на армату? Да, В забросила пока. Не, ну, во-первых, турнир еще идет. Мы как бы в турнире участвуем. Потом больше турниров занимался. И стримил, потом за городом был. В городе не было, не стримил. Это не тот Брюс Ли, который в третьей части ментом был. Нет, нет, мент с наручниками, это другой, короче. Я покажу его, он, по-моему, здесь тоже есть. Это не тот, короче. Пока это. Жду, я то смотрю, слежу за новостями. Тот, который ментом, наручниками, по-моему, вот этот, если не ошибаюсь. Вот этот, наверное, или вот этот. Тут сейчас сколько времени нового, и вообще нахуй. Я сейчас покажу Хорда. То есть он по стилю... Чем я занимался, как он был, покажу вам, ребят, сейчас покажу. Не, я когда-то все комбо знал, но сейчас уже сколько прошло-то, ёханый бабай, это вообще капец. Я его вчера установил, а сегодня решил, думаю, надо же его бабахать в стриме. Как раз, в принципе, вы рассмотрите других бойцов, помимо этого. Опа. Бойся моего милого. Там бойся носком. Ёпта, видали, какой заходит сюда? О, на, иди сюда. А вот так вот. Перфект. Факен щит. Один из моих любимых бойцов. На. Бежать сам пока скажу. Вот этим я занимался, тут вандо. Бара ногами. Иди сюда, на. Иди сюда, аутак. Что ты там можешь, а? Еще, да? На. Аутак, 45-м по фейс. Аутак, на. На. Микоцитачка, на. Сейчас я буду. Микоцити, тройной микоцити. Уракен, на. Вот так, но наш подгад. Поехал на мотоцикле. Чё ты там говорил, да? Бойся моего гнева, бойся моей пятки. Пяточка и в сосок, удар называется. Оба, Каохачи. Вот это нормальная тема. Я и вообще, короче, тоже раньше лупил. Почти все бомбы знал. Надо потренироваться, чтобы все поспоминать. Вообще, так на стриме не потренируешься.
Ты чё, бля, в натуре охренела? Иди сюда, вот так. А вот так вот. На. А еще мой любимый прием сейчас покажу. О, это, тихо, успокойся, прием показывай. А не этот, не. На. Ого, ты тоже типа. Нихера, Виталик, как красиво. Ой, я в шоке. Что? Сейчас будет. Сейчас, крыса, я тебя. Ну ты твою мать. Давай. Раз, два, три. Все, он лежит. Эх. Ух ты, ну я начинаю вспоминать. Раз, два. На. О, точно, надо как-то прыгать. Вперед. Сейчас. Тихо. Блин, все распорно. Чё надо? Блин, тот самый прикол. Блин, не могу так сбоку захватить. Ого, ты как было. Ну все. Падла. Падла, я пока пытался прием сделать. Там падла меня заловили. На. О-то-то-то-то-то-то-то. Ты чё, спину? Нифига ты хилил вообще. Ты смотри со своим приемом, это дебильно, да? Нихера себя нахуй. Нет, это вообще нереально. Ку-ку-ку. Готовься. Окей, Google. Готовься. О, да, этот прием. Я вспомнил. Вот это нормально. Вот это батя в здании. Вот это нахрен, да. О, пошла тоже по крутому типа. А вот так вот. На, лежать. На. Лежать. Красиво, детка. Тебе понравилось? Ага, по-серьезно. Как ты задолбал. Great. Какой грейт. Раунд 3. Файт. Тихо. Вот так. Ну ты падла. А вот так вот, а? Захватика. Так ты смотри, а, падла. Бля, она сильная. Ух. Тихо-тихо. Красиво, да? Зараза. Так, Лёш, ты чё там охренела? Так ты, бля, смотри, а прикинь, как валит, да? Ты, сука, конфуист, как хренова. А, continue. Ладно, сейчас, короче, завалим я точно.
Задолбал. Давай. Опа, надо. О, тихо, детка. Тут ты юбка, и она меня назад отдала. Я в ахере, как она вперед, да? Так вот, детка. На. Раунд 3. Файт. Ох, если сейчас вот так бы убил, бы было вообще хрена. Вот сука пошла в атаку. А вот так вот, да? А вот так вот, детка. Еще удар, если нет. Да ты, сука, успокойся. Оба на что наделает? Ни хрена, тут ладно. На! А вот так. Да хрен тебе, падла. Иди сюда, падла. Бежал. Final round. Fight. Оба-на. Вставай, вставай. Че, мужик, вставай, твою мать. Да ты задрал, а смешно херел вообще. Да ты, бля, смотри, ворона вообще, падла. Пиздец, я в шоке, я вообще не очень неправильно. Continue. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Игорь, отпишусь, ё-моё, охренеть вообще на. Я, блин, ногами не могу захерачить, а прикинь, 3 раза. Твою мать. Не, быстро ногами херачить. Но она руками еще быстрее. Капец. Задолбала, слышь ты. На-ка было. На, сука. На, падла уже, задолбала ты меня нахер. Опять шлюха на захват берет. Да хер, смотри, чё на синим горит? Да бля, слышь ты. Пиздец вообще, короче, бля, у него хп нету. Пошла ты. Ох, как я зарядились, я не вруби, да это было вообще. Бля, там или, наверное, сложность или какая-то вообще серьезно. Ну давай, вруби. Ах, сука, почти комбо получил. Да ты, блядь, отстань от меня, ты проклятая тёлка. Пиздец она лупит, я ничего ей сделать не могу, она вообще... Вот это нихера себе тело. Смотри, через блок пробила, охренеть. Да, блядь, хватай её, ёбаный ты доску, что ты смотришь? Давай! Я в шоке.
Да отстань, блядь, она даже встать не дает. Это... Красиво вот эти всякие замедления, какая-то. 2-2 идут поры, сыди, давайте не убиваем от тела. На! Да пошла ты. Да хватай ее, ты падла. На, сука, добил. Пацаны, не отписывайтесь. Вот так, сука, на голову и сядь. Блин, этот джойстик все равно не PlayStation, конечно, а PlayStation как-то. Не, это тоже удобный, но все равно тут люфт, немного кнопок есть. Поэтому не очень. Это что еще за херобора? Ты кто, Джонни? Но. Но. Давай. На. Обезьяна не убежала. Бежать. Ты сюда. Умеешь там что-то делать? Ух ты, блядь, ты ходишь. Песик, лежать. На. Вот. Ого! Ладно. Я понял, серьезно. Вот так. Вот так. Тихо, ты что там чистишь? Прямо, все. Оба-на. Хей-хачи, ёханый баба. Гей-хачи. Мучачи. В доджо. А это кто-то пау. Раза буба-буба. Да пошел ты. Так, ребят, давайте сделаем так, короче, выберем персонажа, посмотрим дальше. Я думаю, заигрался с этим, можно воевать бесконечно, надо рассмотреть всяких интересных, тут новеньких дохренища есть. Поехали. Что там дальше? Так. Сейчас возьмем. О, кстати, тёпка, короче, вроде неплохая. Вот это. Я покажу, что не хватит. Чё, Саня, ждем об новой формате? Ну, по графике, короче, по новым картам там все зашибись. Меня все устраивает. Но единственное, там меня не устраивает, это геймплей, короче, пока. Надо подкорректировать, добавить скорости, разгона добавить. И тэшкам поворотливости. Короче, геймплей надо менять. Вот что там надо. А так по графике делаю все, в принципе, в правильном направлении двигаться. Нормально. Оптимизация, графика, не знаю, нормально. Поехали. На. Тихо, детка. Вот так вот. Вот это приемчик такой-то очередной. Хоп, сломала пяточку. Тихо. На. Так, а чем она больше? Она больше ногами. Так. Охренеть, у неё замашка.
Ну, вот такая чувиха, короче. Трикит, конечно, у нее прикольный. На. Вот так вот есть комбо, да. Так, что тут еще? Ага, вот так вот есть. Попробовал, сдохло. Все. Нихера она исчезла. Так, я, наверное, буду каждый по одному бойцу. Бойцов-то до хрена. Так, тигр. Тигр вообще борец, прям сам бис. Так, а что у нас еще есть? Тут, кстати, тоже один боец есть прикольный, хотел бы показать. Ну, это все старые, в принципе, приемы даже похожи. Ничего не изменилось. Кстати, вот это, давайте акуму возьмем. Аккумулятора. Ну, аккумулятора из другой игры. Оба-на. Будет весело. Я тоже подумал. Этот носок просто ножами 15, это хрень это. Тихо-тихо. Что-то ты какой-то... Не уходишь, мать твою. Ага. Уже комната какая-то есть. Ни хрена сопросил, видали как? Раунд 2. Файт. Ага. Вот такой боец чуть-чуть. Мне не очень нравится. Что она ему сделала? Что-то там зажала его. Ушко зажала, сломала ушко. Как-то комбо еще всякие тоже. Оба она как с ладошки по фейсу врубила, а? Так, надо комбо. Тихо. Опа! Промазала. Ох ты, ни хрена себе сверху и табло, красиво. О, ну такие приемчики у нас есть. На. Вставай. Вот и задолбало. На. Ну, я вам скажу, что против... Есть сложность тут вообще, как я говорю, в районе 5 сложностей. Уровня сложности, поэтому... Можно нехило не только против играть компьютера и чувствовать напряг. О, Яшемицу, я сейчас Яшемицу возьму. Выбор персонажа. Хотя кто у нас есть вот еще интересный.
Welcome to the King of Iron Fist Tournament 7. Вот это полный. Вот это чувак, походу, да. Get ready for the next battle. Да, геймплей вообще дерьмо. Ну, в плане графики сейчас там нормально, короче, что там будет нормально. Ничего, нормуль. Наконец-то вырос уровень. Уже нормально. То есть глазу приятно, вообще нормально играть. Ты че, боксер? На, сука. Вниз назад. На, сука. Иди сюда. На. А, вот так вот, да? А вот так вот. А тупо она! И все. Оля! Ни хера себе. Оля! На! А вот так вот. Не, вот это такой. Ни хера себе. А вот это не хера. Вот это. Мне нравится. Так, прикинь, не умею еще такое. Тихо, дружище. Тихо, ты что ты тут завязывался? Не, у него бомба быстрая, это надо получше вот это все. Все, боксер, на! Алло, Валера, я выиграл. Next time. Поэтому, ребят, я в армату сейчас не играю. Не играю. Геймплей пускай улучшат вообще. Не, графику уже улучшать, я вижу прогресс в этом плане. А от геймплей надо поменять. Скорости добавить туда. Вот так и всё надо. Поворотливости, разгон и тэшкам, которые не могут после засвета спетлять быстро. Так. Ёханый бомба. Кого бы вам показать? О, кстати, вот этот пацан Лео. Лео, черепашка Лео. Сейчас посмотрим. Опять эта чувиха. Ух ты ж, сучка задолбала. Сейчас. На! Ну да, у этого руками обтирать при этом какой-то херне. А вот так вот. Раунд 2. Файт. На. Вперед, назад. На. Вперед. О, типа вот так, да? А вот так вот. Это танцор диска, мать твою, да? Не хуже от работы, успокойся. Раунд 3. Вот такой тоже чувак, короче, боец, который довольно неплохо дерется. И... У него приемы такие необычные. Дура. А теперь так, смотри. Назад, вперед. Сейчас. Хера, давай еще. Ну ты факла. Красиво, а?
Хуна! Мне кажется, это танец слона. Точно. Боже, это что за этот? Как его? Боже. Мне кажется, этот принц какой-то там. Ты чё? Сарап ты Эмиратов, а? Ты иди, твою ты пересмерть, я охренел! Ну и пошёл ты нахуй со своим геймоверл. Персонажик. Выбор персонажика, ребята. Так. Оператор 23, привет. Как же АВ? Я в АВ уже, ребята, говорю, я не играю в АВ. Я уже в нее не играю, в эту хреновую игру. Я не знаю, вторую неделю. А может уже и две есть недели. Не играю. Там делать нечего пока. 0.21 вчера смотрел, что там есть. Какое там АВ? Смысл играть? Там не с кем играть больше. Будет обновление, будут карты обновленные, будут тут люди добавятся, я уверен. Но помимо людей надо еще геймплей менять. Геймплей. Поэтому я не играю в это дерьмо сейчас, не хочу себе нервы портить. Нахер оно мне надо. Какой АВ? У вас уже, блин, альянс даже, в альянсе осталось 20 человек, короче, даже ни в рейтинге нету, никто не играет в это, короче, это, чертову эту игру. О, ходи, да. Я в Crossout играю, в другие игры играю. Но в АВ пока нет. Даже в 0.21 я не вижу смысла играть. Не, новые танки польские, ну, хрень его знает. Не все, там только 8, 9, 10 нормальные, а вот 6, 7 параша. Да даже 8 это какой-то такой себе. 9, 10 нормальный. Опа, эти. Оба-на! А ну давай! Ура! Ура! Давай! На! А ну, возьми пальцы! А ну попробуй! Оп! 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 Опа! Подсечечка. Сейчас я покажу. Раз, два. Раз, два. Блин, успеваю. Сука. Раз, два, три. Я даже вспомнил это. Сколько лет, сколько лет. Сейчас еще раз посмотрю. Раз, два, три. На. А потом еще вот так, сейчас ногой. Ух ты, блин, не дал. Вот так вот. На. Ничего не изменилось, да? Иди сюда. Оп. На, лежать. Серьезно, да? А вот так вот. Тут еще есть такие удары, которые проваливаются, прям где вообще бомба. А, вот это некрасиво. О, ты же сучи ты потратил. Ну я говорю, в АВ играть это нервы все под. Я уже играл там, блин, с кем вообще не вижу. Одни слили, слили за сливом. Выкачались, блядь, а толку никакого до 10-го. Онлайн не то, если бы было там до хрена, чтобы там было хотя бы там 5-6 статистов в команде. А так, а сейчас вообще 1-2 статиста в команде из 15 человек. Все. И 14 раков. Это вообще канал. Ну 13. Ну не все раки, там кто-то средний, кто-то это, вообще жестяк. Там просто накидывают такой дэмэдж. 1000, короче. 800, 500, 0, 0. И вот так вот, короче, почти все. Да нахер оно надо? Я что, самоубийца, северный порт? Я не играю вообще спокойно, как там, по барабану. Ничего не парюсь. Единственное, что я сказал, это классно в плане, конечно же. Опа, на. Серьезный человек. Раунд 1. А, да и лучше. Его сейчас надо попробовать. Сейчас выстрелить.
В плане графики они двигаются молодцы. Оптимизации молодцы пока. Все отлично. Графика приятная, карты приятные. Вообще шикарно, короче, смотреть на картинку. Вот. Да. И Тэшка уже на 10-м появилась. Как бы туда-сюда начал какое-то развитие. Нормально. О, я же не слышу. О, но дальше не знаю. Не хватает скорости танка. Слишком медленно все, слишком все равно никто по пока. И играть, скажем так. О, ну правильно, сам не заходишь в третью неделю, не говоришь, а чего вы не играешь. Поэтому тоже не играю, я ж такой же, как все. Я пытался просто по максимуму, когда начал отписывать все там, что вы сделали, там, все охрененно в игре. Но когда я понял, что из этого 10-15% всего лишь делают, например, разброс, который сделали, да, там, 0.8, там, вот эти все фишки, то я очень рад, конечно, что это они сделали. Но это, в принципе, все, что они сделали, из того, что я просил. Нет, еще вру, еще карты начали обновлять, потому что я сказал, что у вас ублюдские деревья, короче, конченая трава, не зеленая. Контраста не хватает, какой-то убогая цветовая палитра, и вот это они сделали, конечно, вот это, блин, конечно, респект. Разброс, что сделали, прислушались ко мне, и карты начали делать, оптимизацию, то, что я писал, что люди компьютеры слабые, в этом они молодцы, конечно, вот это не терраса, сюда, на. Сука, сейчас я сяду, он стоит, кстати, встань, дай посмотри. Оба зарета. Вот, ну в основном большинство в плане изменений геймплея ничего не послушали. Вообще. Ох, сука. А хочется геймплей, помимо картинки. На, удали, как я полетел. Все в этом плане классно, оптимизирует, графика, все уже идет нормально. Там нормальные карты выйдут вообще херень. То есть если ГК будет, я не знаю, очень интересно будет воевать. Там сколько мест, чтобы доехать, это просто херень. Карты намного стали шире. Короче, херенные стали, короче. Ну, геймплей пока как был, так и остался. Тот же 0.18, как, когда он появится. Вот его надо менять, с ним что-то делать. Ну, о, сейчас я вспомню комбо. Так, стой, сука, сейчас будет. Отлично. На, вертуха, хоп, промазал, хоп, на, нас это зарезал. Yes, вот это козырная тема. На, не, ну можно, конечно, я примузнул, я шевелю, слишком какой-то вообще херен с пятого элемента. Поэтому я не скажу, что сейчас армата прям умирает. Графика, оптимизация, там дохера чего интересного. Новые танки, все есть. Геймплей, если поправят, то, блин, игра вернется. Еще как вернется. Раунд 1. Файт. Так, персонажа поэтому нахуй убираем. Йошимитсу, в принципе, нормальный тоже, как и был. Все приемы тоже остались, может, некоторые там. Чуть-чуть комбо добавили, потому что комбо тут просто жестяк. Возвращает Саву, апать точность, убирать всю жизнь, что. Ну да. Так, а что там в картошке? В картошке что там? Я знаю, графику должны были улучшать. Что там, графику типа сделали? Или что? Ешемица уже не тот. Не, ну блин, Ешемица так вроде неплохой. Просто сама эта морда у нее не та. Вот, я даже не могу вернуть ее. Можно, если, блин, он не тот, короче. Херня. Кстати, Брайан. Давайте Брайана. Вот Брайан, короче, он вот такой, по-моему, был. Если не ошибаюсь.
Вот такой, короче, типа такого прикида. Приемы вроде внешнемица то самые остались, а вот, блин, с внешним видом какой-то он херовастый стал. Я же говорю, здесь он вообще в туфлях, в носках, дебилы, короче. Да Брайан, это вообще, смотрите на его глаза, вообще ДЦПшник, да он. Ну это что? Я вперед. Назад вперед. Я помню, он руками херачил вообще тут проклятый. Ни хера вот этот херачит руками. Ты че, бля, психованный, а? Дебила. Красиво. Раунд 2. О, красивый удар. Сука, только не дает. Вот мудак. Падла, не дает ударить. Как ты там удар? О, точно, да-да-да, вот это. Просто вспоминаю удары, короче. Это ж охереть, это еще было, я в школе учился, твою мать. И то помню, сколько лет прошло. А, вот. На, сука, на. Ща. Не, ну Брайан тоже молодчик. Он реально такой лупит, прям жесть. Сука, так и хочется лупить. На! Блин, ну дай попади ты, давай. А, вот так, да? Вот так вот. Может посерьезнее? На! Иди сюда. Лежать, собака. Дебила косок. Ну что скажу, прикольно. Хотя все равно, блин, как бы игра такая, графики до хрена не надо воспроизводить, можно было еще круче прям графон вообще накрутить там капец. Все равно одежда, физика как-то двигается. О, сучка. Элиза. Ладно, Элиза, сейчас мы, короче, телок нахер начнем выбирать, ребят. Сейчас мы посмотрим, что там за чулки. Так, покажи бабенку сверху справа. Сейчас. Я не выпил сверху справа. Вот это, короче, так понял. Тут больше нет справа. Тут твою мать, ладно. Там же одежда есть еще. Тут, кстати, вообще можно пройти там игру и вообще потом шмотки какие-то дополнительно дают. Вообще они там в чулках ходят, в трусах, вообще зашибись. Японка. Раунд 1. Файт. Ну да, японская кино. Японка. Тихо. Ох ты, сучка. Вот так умеешь? Ну я понял, ногами хорошо. Раунд 2. Файт.
Нихера ты офигела. А кстати, бьет как этот Ковар. Прием у нее, смотрите. Ты че, придурок? Точно. Охренеть. У меня некоторые приемы похожи. Прикольно. Нет, такая тоже прикольная удар. На. Ёпта, вы видали, я дракона в этот тигра выпустил. Я подлета сделал, конечно. Бля, ну тёлка нормально херачится, я вам скажу. Вот, у нее тигр охренеть, короче, есть. Ни хрена себе тигр выпил. Вот это вообще факин щука. Раунд 1. Файт. Выбор персонажа. Еще мы кое-что посмотрим тут. Так. В главное меню попробуем выйти. Тут у нас настройки, графики. Я тут попробуем поставить масштаб прорисовки 150. Что она нам даст? Да, 150, как стоит, все отлично. Аркадный бой. И штанин вылез, да. Мента. Ну сейчас давай попробуем мента найти. Догадываюсь, сейчас их попеременовал. По-моему, мент слева где-то вот. Вот это, походу, мент. Блин, хотя... Блин, хрень его знает. Не похож. Драгунов. Драгунов. Смотри, Драгунов, охренеть. Вот это походу. Походу стиль у него, да, что-то похож. Просто здесь больше толком нету никого. Кто тут похож на того мента? Это Джин. Вот этот. Какой-то Глаудио. Не, можно, конечно, проверить. А вот этот кто? Мигель. Это вообще какая-то херота. Мигель Санчес, да. Вообще в натуре, короче, нет. Где-то мента нету. Давай, короче, попробуем. Давай вот эту вот Драгунову. Хрень его знает. Вообще-то у мента там Ли, по-моему, как-то так звали. Ли. Ну тут уже немного, сейчас посмотрим. Да. Ну, Паул есть. Все как бы есть. Раунд 1. Файт. Вот по приемам похож на него. Хотя может быть. Ты вообще какой-то хрень не знаю, досасывается. Понятно, блядь. Ну удары руками.
что техника не та. Нихера себе, ты видал? Ну вот этот такой мощный тоже, сука, я скажу. Пальчик сломал. Потом перезвоню. Блин, хрень, не, ну это точно не мент. Ладно, хера там. Ну тот. Да блин, мне он тоже нравился. Андрей Кузнецов, привет. Кузнецов, привет, привет, привет. Так. Мне он тоже нравился, короче, я херел. Сейчас попробуем еще. Надо по приемам. У него там этот. Стиль журавля там. Вот на ногу становится вообще херено. Я бы сейчас не бил. Welcome to the fucking shit. Так. Блин, реально просто вообще не понятно, кто может быть этим ментом. Ну давай вот этого, короче. Это что-то вообще не похож, конечно, но... Блин, ну вот этот прикид вообще. Ладно, поехали. Будем пробовать наугад. Get ready, fucking shit. Опа-на, против Брюса Ли. Ура! Да ни хрена себе. Вот. Подпиваться на пиксерочку. Пиаска не бьет твой мозг. Да стой, а ты задолбал. Ты видал такой красавчик, как он эти приемы делает? Смотри. Блин, ну похож чем-то. Но все равно не он. Серьезно? А вот так вот, да? Раунд 3. Файт. Чё ты думаешь? Ну, по-моему, такой прием был у него. Вот это ты дай, вот это ты. КО. You win. Чем-то. Чем-то, да. Мне кажется, тоже не. Вот хрень. Вот это что это за жирная херня. Вот это бум. Тоже того мента убрали, остался какой-то. Бомбимбой. Привет, жирная свинья. Давай. О, на. Убей меня, мясо. Давай. На. На. Вот нихера ты. Ты на листику завис. А вот так вот сможешь. Как я это сделал? Сколько это? Шоу-лава. Ты че ты? Все, охренеть, не делаешь. На.
Но... Посмешки, успокойся. Тихо. Ну не просто толкать, а тут падает. Как ногами можно. Вставай! Сука! Раунд 4. Ого, ты вообще! Нихера! Бля, так круто! Просто херачь, я слышу, заучусь, бля, падай! Вот сейчас что-то там будет. На! Хераугай! Овакареда! Great! Final round! Бля, я что-то нажал, но пиздец, короче, пришел. Какой-то... Бля, колено задает. Харёк. На, сука! Короче, ногами остановки. Ты, сука, задрал меня. Yes. Батя в здании. Хреново, хреново, да. Не тот. Так, ну еще пару человек осталось, и все, больше нету. Походу или его нет, но я вообще не понимаю, как можно было убрать такого бойца, это бред. Раунд 1. Файт. Так, ну, ребят, походу нету. Welcome to the King of Iron Fist Tournament 7. Так, вот слева вижу, никого не осталось. Стил. Это что это такое? Клавдио вот это. Но... Походу нет его здесь вообще. Non c'è spazio per i dilettanti. Вообще итальянец какой-то. Раунд 1. Тот китаец тут. Файт. Пошло. Вставай. Не-не, захват, прием. Сейчас второй попробую. Не, вообще не так. Раунд 2. Не, ну приемы, конечно, тут вообще хер. Я скажу, что приемов ты задолбаешься. Как нища. Есть бойцы, конечно, сильные. Нихера он там на коленях там, ё, твою мать, как это. Итальянос. Ну, я думаю, походу нихера тут нет, твою мать, так западло какой-то.
Мигель вообще какая-то. О, какой-то гей, походу. Боже, прикинь, лосины надел бы я вообще. Нет, да. Нет, что-то ты нервный чересчур, а? Давай. Психованный. Хрена у него стрит. Боже, да ты кончен. Реально он дебил вообще. Играл у него просто дебил. Так, ладно, выходим. А, да я как бы помню, да. Ай, Sailor Moon, да. Не, ну нет, нет. Неделя мы только что увидели. Это Джек, короче. Тигр. Единственный вот, который типа китаец. Вот, все. Реально просто все, все закончилось. Так, это последний. Get ready for the next battle. Даже не знаю, кто это такой, блин. Может быть, он и есть. Что-то похоже на стиль. Похоже. Да, вот он. Ага, вот он. Да-да-да, походу, да. А ну, захват. Не, захват не пошёл. Блин. Ему немного переделали. Ну, а так просто. И ногами бьет. Похож на его стиль, это самый-самый ближайший. Точно, а ну. Раз. Блин, я забыл. Блин, на него похож, капец. Это он, его только переделать. Да ладно. Даже удары похожи. Да, и руками быстро. Я помню так. Я помню руками так, только быстро он делал. Ну да, это скорее всего до того. Как раз и китаец, и тут это похоже. KO. You win. Сука. Я херею вообще. Сука, не тренинг, надо выйти, короче, походу. Опа-на. Ну, вот это, походу, он только ему переделали. Надо успокоиться. Ни хера тут. Ёб твою мать, ты видал, что он сделал? Да, это он. Он тоже так делал, короче. Это он, только ему переделали все полностью.
да, да. Ты это сделал? Похож, похож, да. Да, я вот такой удар. Ну это самый ближайший. Да, да, вот и удар, вот так. Да, стой, 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 стой. Нина. Эй, хитрю жесть. Раунд 1. Файт. Лили. Да, это он, короче. Другого тут нету. Потому что не могли такого бойца убрать чисто вообще. Ну да, растишки пережал. Не, ну приемы похожие, короче. Много чего похожего на него. Тут, кстати, есть вот сюжет, сага о семье Мисима. Сюжетную линию я, конечно, хочу запустить. Тут чисто это. Вот уровень сложности. Но я думаю, средний. Где-то среднячок. Семья Мисима. Это, походу, сюжетная линия. I remember receiving my first letter from my son a few years back. Scribbled on it were the words, I love you. I was so happy, I cried. At the time, I believed that love was all anyone needed. For some years, and I managed, it said, Father, боже, как комикс нахрен. Чё, вообще херили, чё по это? Деньги пожалели сделать нормальные ролики? Чё это за комиксы? Marvel. Твою мать. Вставай. Ага, я даже захваты не могу делать. Твою мать, как он тут вперед. Бросить козу. Что тут твой момент нажал?
Зашибись. Да. Это начало такое, да? Охрененно. Хорошо, что сюжет есть, а то вообще капец думал, блин, поймать этот. В картинках будет. О, проект Армата, часть вторая. БТРы, короче, погнали. Это что еще за хрень, Маргал? Какой-то ассасинос. Нина, ты, да? Нинок. As leader of the Mishima Zaibatsu, Jin Kazama plunged the world into war. He sent the human race to hell, all so he could save it. Бог ты мой, целая тут мочила рубила, короче, ребят. Так. Как графон в игре? Ну, в принципе, неплохой графон. Ну, можно было и лучше. Хотя, учитывая, что первая игра, которая она ПК вышла. Ну, вот, из стекера. Как бы, в принципе, неплохо. Ютуб-то немного искажает, но, в принципе, неплохо. Сюжетную линию, в принципе, не проходили, сегодня рассматривали только бойцов, какие там все представляют. Можно на канале сделать перемоточку, посмотреть там, если что. Ну, перевода пока нет, только субтитры, конечно. Has gone missing in the Middle East. His whereabouts remain unknown. Короче, выжил пацан, я так понял. Has tipped the scales in G-Corp's favor. Area E2031に点救難信号を受信. Получили сигнал бедствия, сигнал бедствия. Я охренели 6 человек за этим, за мониторами. If a UN soldier so much as sneezes, I wanna know. 近隣の街もチェックさせます。ダバイ、ニーナ、そう、パグナリ。ちょっと、デイオス。久しぶりよの。この場所に立つ。人を失った財閥が混乱する様子が手に取るようにわかるわい。 Прикольно. Ну что дальше? If there were demons in this world, what form would they take? The answer to that day, I would have written down. Я понял. How could my hometown have come under attack? Видеоролик этот. Какая-то бредовая идея совместить сам ролик и как будто этот комиксы, блин. Так. Опа, сигнал. Кто это? Так кто? Это Валера соседнего двора. С бутылкой водки. Ни хрена себе. Блин, я все вообще чисто на русском был. Я думаю, в принципе, довольно было бы нехило, прикольно.
are you doing? Catch him, quick. Серьезно. Что, ракеты тоже будут отбивать? Фантастика. Да ну да, с ноги там, хули там. Свертуха, она типа. Нормально, фантастика. Стивен Спилберг вообще в отсосе, мне кажется. Ничего поручить нельзя. Ну давай, давай. Лифт вообще охрененный. Лифт на ногах. Хм, Рома, ух ты, блин, тут еще можно нажимать. Я охренеть, что это? Та-та-та-та-та-та, пулька. Ты не так не стрелять, наверное. Сколько вас тут есть, я бы отменили. Все, полета не надо. Не, ну конечно вот эти... Охренеть. Когда лупит красное пламя, прям с ног, там с рук вообще охренеть. Супер эффекты. Я так понимаю, сейчас против Нины, да? Лива Лунг. А, да. Да, точно. Его так и звали. Лива Лунг. Нина. Валера, это ты? Понесла. Блин, ну я скажу, что сюжет в видео так прикольно проходит, когда смотришь такой графон, в принципе, нормально. Тихо, дура. А, у него тоже такой прием, как у Хуаранга есть. Вот этот, да. А ты падла. Хрена себе. Различные рейдж.
Арт также можно вовремя начать РПП. Окей. Давай. Охренеть, вот это всосало. РПП. Вставай, детка. Вставай, я сказал. Да. Чё, ты, блин? Ни хрена себе руку переломал. А может, хватит, а? Ой, блин, дело. А вот так вот вообще прям охренеть. Чересчур спецэффектов. ちょ、ポクレンだ。神が消息不明である今、三島財閥を立て直せるのは、わしを置いて他におるまい。貴様には早速働いてもらうぞ。 Теперь ты на меня работаешь. Все очень просто. Так, ну что, ребят, наверное, на этом буду заканчивать. Скажу, в принципе, сюжетная линия мне понравилась. Сначала смотреть очень интересно. Ну, вот, интереснее, чем просто даже играть. Ну, интересно, конечно, играть против игроков, конечно, чем так. Поэтому на этом я возвращаюсь в главное меню. Yes. И что могу сказать? Ну, вот такой вот Tekken 7 мы рассмотрели. Всем спасибо, кто приходил, кто смотрел. С вами был Император Prime. Всем удачи, ребят. Всем пока. До связи.